Итак, дорогие друзья, рад вас видеть. В лице Ивана почти новые лица. Или он как Полина. То она у нас здесь, то там. Как уж получится. Тот цикл, который мы сегодня начинаем, наиболее практический из всего, что мы до этого делали, потому что здесь мы соединяем клинический осмотр с системой постановки диагноза в китайской медицине и сразу же иллюстрируем возможность лечения данного диагноза, данного синдрома выделенного с помощью иглотерапии, потому что этот цикл есть, и мы здесь его будем повторять, а также с помощью всем уже близкой и понятной китайской фармакологии, то есть назначением лекарств. По большому счету можно было бы его назвать НЭКЭ, то есть лечение внутренних болезней. Но так как лечение внутренних болезней относится традиционно на самые последние, финальные такие уже штрихи завершения обучения в курсе китайской медицины, а до этого обязательно должен быть цикл синдромологии. Поэтому мы его условно называем синдромологией, но мы его максимально попытаемся расширить и наполнить практическими вещами. И в то же время не будем забывать о том, что это классическая медицина, она основана на классических принципах, поэтому вот сегодняшнюю лекцию я начну с повторения принципов инь-ян, а потом мы перейдем уже и к синдрому. Почему нужно это повторение? Ну, во-первых, потому что оно повторяет то, что мы с вами уже изучали, а с другой стороны, еще раз позволит вспомнить, что это такое за принципы, как они взаимодействуют в китайской медицине с синдромами, и поэтому нам это чисто практически нужно будет для синдромов. В пятой главе Сувэнь канона Нэйдзин говорится инь-ян, это законы неба и земли, великая основа всего, источники перемен, начало и конец, жизнь и смерть. Вот данная цитата, она отражает мысль о том, что все явления материальной природы и даже нематериальной коренятся в этой концепции инь-ян, философской концепции, с помощью которой можно объяснить пары противоположностей. Таким образом, теория инь-ян, она относится не к какому-то одному объективному явлению, а констатирует наличие, ну, если хотите, закона симметрии в окружающей нас и нашей внутренней Вселенной. Это пары противоположностей одного единого бытия. И для того, чтобы эти пары лучше понимать, мы давайте вспомним саму идею концепции строения мироздания в классической китайской философии. Эта концепция появилась не изначально, с времен императора Хуанди она развивалась и достигла своего развития в веке в 15-м, когда появилась вот эта монада инь-ян. До этого ее просто не встречали в рисунках. Но, конечно, вот визионерское внутреннее ощущение устроения мира, оно сопровождает человека с самых незапамятных времен.
древние люди, может быть, по-своему, в своих терминах, но довольно четко понимали, что наша Вселенная устроена по определенным законам. Это можно... Даже мы не будем просто отклоняться в сторону и говорить о греческой философии, там, о философии Ближнего Востока, и тем более европейской. А вот четко сконцентрировавшись на китайской философии, мы переходим к принципу тайдзи. Тайдзи или высшего предела. Если вы, может быть, припомните первые лекции вводного курса, то там речь шла еще, что до единицы космос начинает творить пределы в пустоте. Космос или Дао, или истинная сущность вещей. Это все просто эпитеты. И мы с вами помним это классическое изречение из Дао Дэ Цзин, которое говорит, что если я не могу назвать это каким-то именем, самое важное, то я просто его обозначаю словом, и пусть это слово будет путь, как движение. Тем самым китайская философия четко концентрировалась не на объекте, а на процессе. Есть некий процесс. Процесс развертывания мироздания Вселенной, вот, который мы сейчас рассматриваем, он идет от формирования мира в пространстве и времени, когда формируют тайдзи или дао, эти пределы в пустоте, и таким образом формируют космос. Потом в этом космосе появляется время. И пока еще эти пределы не сформированы, вот это высшее единое, которое называется путь дао, также может назвать предельное, или тайдзи, это просто круг. Но в этом круге уже все-таки это не просто пустота, а вот этот круг, это и есть пределы, которые уже сформировались в пустоте, и таким образом получается, что это некий не первый аспект творения, до этого еще что-то было. И то, что было там, в непроявленном, несуществующем, это интересно человеческому сознанию. Человеческое сознание стремится познать это загадочное, запредельное, потустороннее. Но с точки зрения вот нашей повседневной жизни, находясь на этом уровне творения, здесь уже что-то произошло. Здесь появился космос, в котором появились некие очертания границы в беспредельном, границы условные. И следующим этапом творения в этих границах, так как они есть, появляется с нашей точки зрения, с точки зрения нас как наблюдателей, находящиеся в этом тварном мире, пространство вверх, вниз, левое, правое. То есть возникает закон асимметрии. И вот эти законы симметрии выражают вот это как раз фигура Таи двух рыбок, которая называется Лянь И, два начала. Два начала или две противоположности. Эти противоположности, они присутствуют в мире во всем. И они являются естественной частью тайдзи, высшего предельного. Как, условно говоря, освещенная и теневая сторона холма. И, собственно, сам иероглиф Ян и Инь в древнем написании, это есть изображение холма, освещенного светом, и это будет Ян. И такой же холм, находящийся в тени, и это будет Инь. Таким образом, мы описываем вот это высшее предельное, тайдзи,
но говорим о том, что у него есть уже стороны. И эти стороны не обозначаются как хорошее и плохое. Они просто обозначаются, ну, как вот симметричные пары, как плюс и минус в заряде в любом присутствующем, в атоме, например. И где находится плюс, где минус, это уже второй вопрос. Но тем не менее он существует. И вот эта особенность физики нашего мира, в котором мы живем, наверное, одна из главнейших. Это наличие несимметрии. Или, так скажем, асимметрии, да? Которая стремится к этой симметрии. И не случайно, что вот этот круг, это не просто разделение пополам, а это какое-то вот такое сложное, волнообразное, сложная волнообразная фигура, вот, которая в китайской философии получила название Ляньи, два начала. Итак, эти два начала, которые называются инь-ян, они обретают другие символические эпитеты. И в второй главе Нейдзен, в разделе Сувен, говорится, что вода и огонь – вот символы инь-ян. И мы с вами знаем, что явления, которые характеризуются жаром, движением, яркостью, то, что поднимается вверх, то, что выходит вовне и снаружи, то, что возбуждается, то, что имеет проявленную мощь, это все категории ян. А явления, обладающие характеристиками воды, такие как покой, холод, движение вниз, торможение, в отличие от проявленной мощи, скрытая мощь, относится к характеристикам инь. И одним из символов, описывающих категории инь-ян, является масляный светильник, где пламя его, горящее, является символом ян, имея все вот эти характеристики, которые я описал, и жар, и проявленная мощь, и свет, и тепло, и способность подниматься вверх. А масло в этом светильнике, которое дает свет ему, и которое с ним неразрывно связано, с этим светом, это категория инь. И она опускается вниз, она холодная, находящаяся в покое. Есть еще такой термин китайский «тусклая», то есть такая не сияющая, а наоборот бесцветная, бесформенная, заторможенная. Вот это все характеристики инь. Они как категории нам необходимы, потому что дальше, когда мы описываем состояние человека, его синдром, то мы его описываем в этих категориях. И относим либо к инь, либо к ян, понимая, что они, эти две категории, взаимосвязаны. Также в китайской медицине мы очень четко рассматриваем по отношению инь-ян их, вот то, что в светильнике может быть не так видно, но то, что проявляется в обозначение ян как внешнего, а инь как внутреннего. Таких характеристик, как защитная энергия, питающая энергия, ци и кровь, вэй ци ин сюэ. Вот в этих характеристиках вэй ци ин сюэ мы четко говорим, что вэй – это наружная защитная энергия, инь – это питающая внутренняя, она не инь, а ин. Жизненные силы ци – это то, что снаружи находится, а жидкости и субстанции инь – это то, что находится внутри. Таким образом, получается, что вот эти все характеристики инь-ян, они очень относительны. И классическим примером относительности инь-ян, так как это свет –
и тьма – это как раз цикл перехода ночи в день и дня в ночь. И таким образом получается, что мы не имеем никогда абсолютно вот постоянно и долго много инь и много ян. Они сразу же переходят одна в другую. Не случайно в Нейзен говорится, что если взять два инь, то получится ян. Если взять два ян, то получится инь. То есть если удвоить количество и объем инь, то ее не получится больше. Она перейдет в свою противоположность. Вот этот важный философский переход мы постоянно используем в описании синдромов китайской медицины. Ну и примером будет самым важным – это поражение холодом. Холод входит в организме озноб, зябкость, и вдруг эта зябкость еще усиливается, дрожь еще усиливается, и потом это переходит во что? В жар, в лихорадку. И вот мы здесь видим, что инь перешло в ян. Дальше сильное воспаление, высокая температура, бред, возбуждение. Начинается пот, или будет понос, или рвота, то есть происходит какой-то кризис. И в результате этого противоположность. Человек выходит из высокой лихорадки с полностью ослабленным организмом, у которого нет сил, и снова зябкость, слабость. Но это уже получается как пустой. Пустота, жара. А вот я вернусь к предыдущему своему примеру, о котором я начал говорить. Это переход дня в ночь. Мы ищем точку максимальной ночи, условно называя ее полночью, когда солнце находится в перигее. Мы ищем точку максимального света днем и говорим, что это полдень, когда солнце находится в максимальном своем апогее. Да? Итак, мы говорим, что условно это и есть ян и инь. Но эти ян и инь, они сразу же разделяются, и ян начинает переходить в инь, и тогда у нас есть время предрассветное и время послезакатное, которое мы уже не можем описать характеристиками чистого ян и чистого инь. И то же самое в развертывании мироздания из вот этой системы лян-и, двух начал, появляется следующая система, которая называется сань-цай. Сань-цай или три компонента, три основы. Где цикл инь-ян, разделенный пополам, тайди, в себе еще вдруг получает, или в нем зарождается, или в нем естественно становится некое еще одно начало. И возникает вопрос, как мы это начало назовем? Это важно. И вот этот символ обозначения сан-цай, трех основ, это то, что вот это зарождающееся начало, круг в круге, появляется в центре, середина. Эта середина в системе классической китайской философии называется хэ, или гармония. И для нас с вами очень важно, что это хэ, это как раз то, к чему мы стремимся в лечении заболеваний. Мы стремимся к тому, чтобы восстановить гармонию противоположных сил инь-ян. Сама болезнь в китайской медицине рассматривается как дисгармония. То есть, когда вот этот круг центральный нарушен, и все усилия медицинские направлены на то, чтобы восстановить гармонию взаимодействия пар противоположностей, которая будет очень условная, очень тонкая, для каждого своя, для данного организма своя, там, где вот она найдется. Потому что любой организм,
человеческий организм, любого животного, он находит под воздействием множества сил. Он продолжается во времени. И поэтому получается, что та гармония, которую мы достигли сейчас, уже в следующий момент, она может не сохраниться. Поэтому путь состоит в том, чтобы эту гармонию не только достичь, но ее и поддерживать, сохранять. И это подобно канатоходцу, который идет по тонкому натянутому проводу. Противоположность слева и справа заставляет, отсутствие чего-либо заставляет его пытаться балансировать, удерживать вот это равновесие. И удержав равновесие на этом шаге, это не гарантирует, что на следующем шаге он это равновесие не потеряет. Поэтому вот каждый шаг, он требует дополнительных усилий. Что же такое хэ в этой системе цань трех основ? Как я сказал, если символами инь-ян являются огонь и вода, то символами сань-цай будут небо, земля и человек. Где небо уподобляется ян, земля уподобляется инь, а человек – это то, что находится посередине, и то, что создает гармонию, или является неким таким передаточным звеном между инь и ян. То, что в каноне Дао Дэ Цзин Лао Цзи именует как государь. И государь – это всегда и государь, тот, кто управляет народом, и каждый человек, который по сути своей, являясь связью между небом и землей, является этим государем. И в отношении болезни, нарушения, самые главные, которые касаются больного человека, это не нарушение где-то в небесных ян или в земных инь. Это нарушение именно в нем самом, в этом человеке. Его дисгармония приводит к болезни в нем самом и вызывает дисгармонию во всей этой системе трех основ сайн-цай. Небо, земли и человека. То есть, если человек входит в дисгармонию, весь мир вокруг него, небо и земля, тоже становятся дисгармоничными. Следующим этапом творения в китайской философии обозначается шаг к появлению четырех образов. Сы, сян. Образы или формы. Вот это то, что я уже только что упоминал в отношении дня и ночи. Если мы рассматриваем чистый инь и чистый ян как абсолютную некую структуру, как полдень и полночь, то тогда есть восход и закат. И эти состояния описываются как инь в ян и ян в инь. И если посмотреть уже на вот такую знакомую вам систему тяньту, которая называется «Две рыбки», вот эти инь-ян, в них появляются вот эти два шарика. Таким образом, эти шарики, они рассматриваются как чистый инь или чистый ян. И у них появляется определение или термин «старый инь» или «старый ян». Вот то, что было давно уже. Там давно, когда высший предел разделился, он разделился на инь и ян. А дальше это деление пошло и пошло и пошло до бесконечности. И получается, что мы обозначаем двойной чертой инь, а непрерывной чертой ян. И взяв эти черты, подвое, да, то есть получаем вот комбинацию из четырех диграмм, из которых есть две черты полные, это будет старый ян, а две черты прерывистые, это будет старый инь, они вот здесь находятся,
А в их противоположностях появляется молодой инь и молодой ян. Причем так, как мы черты рисуем снизу вверх, то ян, он поднимается над инь. Поэтому вот молодой ян, это будет внизу иньская черта, а наверху янская. А шао инь, малый инь или молодой инь, наоборот, иньская черта наверху, она из ян появилась. А ян внизу. То есть мы здесь уже видим движение, последовательность некую. А в китайской медицине мы сразу с вами вспоминаем тайян, шаоян, как категории философские, которые мы описываем состояние органов. И для нас это тоже с вами все очень важно, потому что вот эти все философские термины, они сразу же очень быстро накладываются на название синдромов. Итак, это был четвертый шаг в разворачивании творения, где мы видим, что в каждой системе уже не просто плюс и минус, жар и холод, а в их временном развитии, как в развитии дня, есть еще рассвет, полдень, закат, полночь. Дальше появляется следующая система, уже известная нам и знакомая, обозначаемая термином усин, пять переходов. Следующий шаг от четверки к пятерке разделяет эту же систему Тяньту, небесной математики, на пять категорий, которые вот в таком символическом виде, видите, сохраняют систему инь-ян, сохраняют центральный круг, то есть в нем есть небо, земля, человек, как три категории. И выявляют еще несколько структур, которые обозначаются как первоэлементы или переходы. И в этих структурах земля будет посередине находиться, огонь вверху, вода внизу, дерево на востоке, металл на западе. И из вот этой схемы строится вся концепция усин китайской медицины, где уже мы говорим о том, что творение мироздания дошло не только до появления человека как некого такого соединяющего момента, духа, который соединяет небо и землю, а уже дошло до того, что у него есть органы и ткани, которые мы с вами, в общем, лечим, когда они входят в состояние дисгармонии. Ну и, кстати, надо сказать, что вот эти три – небо, земля и человек, сразу же разделяясь по принципу деления на инь-ян, дают что? Дают шестерку. Шесть – это и есть гексаграмма. И, как мы знаем, есть 64 гексаграммы, то есть 64 варианта комбинации из черт, с черт сплошных и прерывных. Таким образом, что такое 64 гексаграммы книги перемен Идзин? Это категория неба и земли человека, разделенные на инь и ян. Это положение в пространстве и времени данного объекта и описание его изнутри и снаружи, то есть со стороны инь-ян, со стороны инь, со стороны иян, со стороны неба, со стороны влияния на него земли и со стороны влияния на него самого. Таких пространственных характеристик получается всего 64. И китайская философия считает, что вот это и есть 64 возможных описания состояния человека в пространстве и времени, которые позволяют объяснить, где он находится, его положение, и тем самым
сказать, какая у него есть тенденция движения. Вверх, вниз, в положительную сторону, в отрицательную, к болезни, к выздоровлению. И следующий этап, тоже вам уже неплохо теперь известный, это багуа, 8-3 грамма. До того, как появилось 64 комбинации идзин, гексаграмм, появляется 8-3 грамма. То есть 8 возможных комбинаций из 3 линий, которые соответствуют небо, земля, человек. А потом, если их взять еще в парах, то получается вот эта возможность 64. То есть описание всего происходящего вокруг нас с точки зрения уже еще более усложненной и изощренной системы. Потому что, когда мы говорим о возможности описания мира 5 элементами, это ведь упрощение. Описание мира 8-3 граммами – это тоже упрощение. Но даже описание мира 64 гексаграммами – это тоже упрощение. Но упростив или усложнив описание мира до 64 законов, у нас остается возможность за нашу короткую жизнь эти законы изучить. Потому что если они будут, например, до бесконечности усложняться, то тогда никакой возможности изучить, понять и осмыслить этого не будет. А наша философия – медицина холистическая. То есть если мы не можем очень точно и подробно описать человека с позиции 64 гексаграмм, мы хотя бы можем с позиции жар и холод описать. То есть вообще у него озноб или у него повышенная температура. И это уже неплохо. Да? Если мы дальше углубляемся, то мы можем описать с позиции 8. Так вот, 8-3 грамм дает нам следующий очень важный козырь в руках. Синицу в небе, синицу в руках. Или журавля, который тоже можно поймать в руках. То, что называется баган-бянжан. Это все китайские иероглифы, но написанные в современно упрощенном виде или в старом написании, или кому это все не интересно, то вот надо просто эти латинские буквы перевести по-русски. Баган Бян Джен. Баган Бян Джен – это та система описание диагноза, которое мы и будем изучать с вами в курсе синдромологии. 8 синдромов. Это те характеристики, на которые мы делим человеческий организм при клиническом осмотре. Которые, в общем, и являются диагнозом в китайской медицине. Поэтому, когда вас просят поставить диагноз по-китайски, на китайской медицине, вы говорите, мы используем систему Баган-Бянжан, 8 синдромов. Что это за 8 синдромов? Я напомню, это наружное, внутреннее, пустота, полнота, жар, холод, инь-ян. То, что мы в первую очередь с вами смотрим на пульс, определяя его как поверхностный, глубокий, частый, медленный, по форме полный, пустой, и потом определяя эти характеристики в категории инь и в категории ян. Таким образом, вот все предыдущее, то, что я сказал, сложные какие-то вопросы и туманные формирования из беспредельного, бесформенного, не имеющего пространства и времени, предела категории инь-ян и последующих категорий небо, земля, человек, 5 элементов, они переходят в очень простую клиническую систему,
постановки диагноза. От сложного к простому. И вот мы будем с вами этим и заниматься. Сейчас сделаем перерыв. Продолжаем. Итак, друзья, давайте продолжим. Вот действительно, сегодня первое занятие нового цикла, но все очень удачно. Смотрите, какая погода просто у нас. Хоть и зима еще, но уже где-то давным-давно, еще с декабря месяца, уже весна начинается и продолжается. Мы будем заниматься пока в таком ритме теория, чтобы вспоминать какие-то положения важные, теоретические, из теории медицины и из клинического осмотра. Ну, например, то, что касается пульса диагностики, чтобы это не выпадало. А дальше уже непосредственно разбор самих синдромов, и чтобы это было не слишком сухо, иллюстрация – это как же мы, собственно, будем все, что с этим делать, лечить. Вот таким образом получится довольно все практично. Но так как вот теоретический раздел был немаловажен, потому что это все было давно уже, года там три назад или больше, связанных с положением инь-ян, а мы их с вами повторяем, так же, как и положение усин, стараясь придать им максимальный практический дух. И все же, в теории инь-ян мы рассматриваем следующие важные составляющие этой теории. Первое из них – это постоянное противопоставление инь-ян. То есть, когда инь и ян между собой постоянно соперничают, пытаясь взять на себя контроль. Но так как силы их равны, то и возникает в этом противопоставлении гармония. Кстати, очень хорошую иллюстрацию, как это ни странно, этому положению дала классическая греческая философия. В частности, Гераклит, который говорил, что весь мир – это война. Ну, что, в общем, было странно и непонятно, что же война. Война – это полемос по-гречески. Но как раз в его учении о том, что миры сгорают, рождаются и сгорают. И вот этот процесс, он происходит в результате активного сочетания двух противоборствующих сил. Вот. Это, конечно, только один из аспектов, который, может быть, не так близок к китайской философии, которая говорит, что все спокойно, мирно, тихо. Но за вот этой тишиной мы должны понимать, что всегда стоит противодействие или противопоставление инь-ян. Поэтому, если мы и стремимся к тайхэ, великому миру, или тайянь, или тайпин, великому покою, то этот великий покой здесь в человеке, вот в этой монаде, где хэ – это человек, который соединяет мир, у него за спиной происходит вот это страшное противоборство инь-ян. Постоянно, когда они пытаются один другого захватить. И тем не менее, вот этот захват, полемус, их в активные взаимоотношения, они приводят к равновесию, а в человеческом организме к физиологическому равновесию. Когда избыток и недостаток в инь-ян, если он полностью сгармонизирован, то мы как раз это состояние, подвижное, и называем здоровьем. Оно не, как я сказал, не вечно. Это просто только еще один шаг к канатоходцу. Он ступил, он выровнялся, и он может сделать следующий шаг. Вот это очень важно, интересно.
понимание этой холистической медицины, того, как и мы восстанавливаем здоровье, как восстанавливаем равновесие у канатоходца, и как следующий шаг он может опять выбить из равновесия. И насколько как бы процесс лечения – это искусство. С каждым шагом сохранения или восстановления равновесия. Вот. А так как первое, самое качественное описание взаимоотношений между инь и ян – это их противопоставление, противоположность, то мы с вами понимаем, что избыток одного из начал, он сразу же приводит к недостатку другого. То есть если в этой системе взаимодействия тянь-ту и нь-ян оба они сильные, то тогда и будет гармония. Если же, например, ян преобладает, то он сразу же будет подавлять инь, и инь будет таким образом сразу же находиться в недостатке. Если инь будет преобладать, то ян сразу же приходит в недостаток. Поэтому в Сувэнь, в пятой главе, говорится, когда преобладает инь, то ян заболевает. Когда преобладает ян, заболевает инь. То есть, когда одна сторона избыточная, другая в недостатке. Это и есть основа постановки диагноза в китайской медицине. Мы смотрим, кто в избытке, понимаем, что противоположная часть находится в недостатке. Например, в избытке наружный патоген. Наружный патоген, это то, что снаружи находится, это ян. Ну, например, жар. Солнце, которое летом, как зной, вызывает возбуждение, головную боль, тошноту и другие симптомы солнечного удара. К чему он приводит? Он в первую очередь приводит к недостатку инь в организме. То есть с этим жаром, с рвотой, с поносом, с потоотделением исчезают субстанции иньские тела. И поэтому мы должны понимать, что одно дело это мы убираем влияние жара, а другое дело это мы должны обязательно восполнить исчерпывающийся инь в организме. Вот. И в терминологии китайской медицины, если избыточен ян, то мы это называем янским синдромом. А если, например, израсходовался этот ян как тепло, то это будет, получается, пустой янский синдром, и мы его называем иньским синдромом. Вот особенность этой терминологии, давайте ее еще раз проговорим. Итак, если в организме высокая температура, жар, симптомы патогена плохого, которые в него вошли, это будет избыточный полный синдром. Если там есть этот жар, то это будет что, янский полный синдром. После того, как жар этот прошел, например, острое вирусное заболевание закончилось, температура спала, в каком состоянии находится организм? Он находится в состоянии опустошения. И чего там? Какие симптомы? Слабость, зябкость, нехватка сил. Значит, это получается пустой синдром. Пустота чего? Пустота ян. Если это пустота ян, то с точки зрения того, что я сказал, силы противопоставлены, значит, это будет какой? Иньский синдром. Если чего-то много, то другого мало. Если избыток инь будет, да, то тогда ян будет недостаточно, будет пустой янский синдром. Например, избыток холода в организме. Избыток холода приведет к опустошению собственного яна, селезенки, почек. А клиническая картина избытка холода? Избыток холода, вы пошли и заснули на морозе. Потом вы проснулись, дошли до дома, ощущение одеревенения в руках и ногах,
не двигаются, голова болит, хочется накрыться, вы накрываетесь, это не помогает, озноб нарастает. Это полный иньский синдром. Переохлаждение по-русски говорят. Да. По-русски да. А как мы его назовем? Мы его назовем либо полный иньский синдром, либо что в организме? Нехватка собственного тепла. Пустой янский синдром. Если чего-то много, то чего-то мало. Исходя, опять же, из вот этой сентенции о том, что много всегда, то бывает только плохого. Хорошего никогда не бывает много. Да, поэтому если избыток чего-то, то это избыток всегда патогена. Это не избыток собственных жизненных сил. Иногда мы говорим, жизненные силы расцветают. Ну, расцветают, как весной расцветают трава и цветы. Они расцвели. Это хорошо. Но они потом могут и завять, правда? А поэтому очень точная медицинская терминология, она никогда в отношении собственных жизненных сил, крови, ци, не говорит, что они в избытке. Ну, расцветают хорошо, чем? Цветут. Цветущие. Пока. Можно в скобках сказать. До недолгого времени. А зато патогены любые, жар, холод, нервы, там, истощение, голод. Хоть и вот и голод, все равно в избытке. Голода можно тоже в избытке получить. Не говоря уже, конечно, о явных патогенах, такие как, например, от удара палкой с гвоздем. Вот, поэтому вот это важное понимание того, что инь-ян борются между собой, и о том, что если одно преобладает, то другое автоматически добавляется, мы полностью всегда используем в синдромологии. Если у нас где-то полный синдром, значит, что-то будет в пустоте. Не сейчас, а потом. Почему? Потому что когда, извините, начинается острое заболевание, после переохлаждения возникает жар, возникает беспокойство, но пациент же не находится в гармонии в этот момент. У него синдром избытка на фоне опустошения собственных защитных сил. Эти защитные силы могут быть достаточно сильными, и тогда на следующее утро он, проснувшись, пропотев ночью, станет здоровым. Но он станет здоровым все равно с опустошенными жизненными силами. Он так каждый день не сможет. Он сегодня так смог справиться. А если за ночь не произошло этого климакса, перехода, все, он завтра утром больной. Будет с температурой, со слабостью, со всеми симптомами уже развившегося заболевания. И потом, когда оно закончится, будет тоже опустошенный. Поэтому избыток патогена, он приводит всегда к опустошению собственных защитных сил. Слушаю. Так, а вот с точки зрения употребления терминологии, пустой получается инь, вернее полный инь и пустой ян, тогда это одно и то же? В каком-то смысле полный инь чего? Если мы, смотрите, говорим полный, то можно в скобках добавить плохой. Полный плохой инь, например, это патогенный холод сильный, который обрушился на человека и он замерз. Он продрог или сильный ветер его просквозило, приводит к чему? К пустоте, в скобках хорошего ян. Что сделает этот холод? Он убивает собственное жизненное тепло своих защитных сил, вэйцы и питающий инь в организме. Но если холод был недостаточно сильный, а свои защитные силы достаточные, то организм с этим справился, но он не вышел таким же, как он был, да, он все равно потерял. Поэтому любой полный плохой синдром, он приводит к опустошению хорошего чего-то, инь или ян своего. Но если этого инь и ян было много, ну, тогда быстро восстановился, не заболел. Но все равно надо лечить. Нет, а вот с точки зрения... Или заболел, но тогда тем более потом надо еще больше лечить. С точки зрения постановки это вот самого диагноза, когда мы что ему должны сказать? Вот у тебя полный плохой инь или у тебя вот пустой ян? А мы должны понимать, что происходит одновременно. Ага. Два события. И сейчас пока
на этом этапе мы понимаем, что избыток одного всегда приводит к уменьшению другого. Что мы будем делать, это другая очень важная теория. Но еще раз повторяя и забегая вперед, мы не опустошаем пустое и не переполняем полное. Таким образом, если мы имеем дело с полным синдромом, мы в этот момент ему не восполняем ничего. Надо сначала разрушить козни злых сил. Но, опять же, до определенного момента, потому что, когда мы с вами изучаем фармакологию, мы всегда видим, что в многокомпонентных составах, которые рассеивают патоген, там сразу же есть какие-то лекарства, которые кровь прибавили, яд прибавили. И их сбалансированность делает эту систему уникальной, потому что мы не просто лечим сразу же холодным антибиотиком, а мы ему, условно говоря, даем растительный антибиотик с пробиотиком и еще там с многими другими компонентами, чтобы он уже потихонечку начинал восстанавливаться с надеждой, что это восстановление произойдет. Если это не тяжелое заболевание, если это совсем тяжелое заболевание, тогда там уже у нас нет таких планов. Мы даем очень холодные лекарства, потому что нам надо сейчас решить вопрос. А потом дальше, когда этот патоген уйдет, то мы будем давать очень горячие лекарства для того, чтобы вывести, например, организм из коллапса. То есть из коллапса, в данном случае, из потери, исчезновения какого-то из элементов. Итак, вот это важный принцип. Следующий важный принцип в системе инь-ян – это их взаимозависимость. В том смысле, в котором они являются двумя сторонами одной монеты инь-ян, двумя сторонами одного холма, освещенного и неосвещенного солнца, двумя полями биполя положительного и отрицательного заряда. Не получается так, что один положительный есть без отрицательного. Да? В этом и есть особенность нашего двойственного мира, в том, что он вот разделен на эти пары симметричных противоположностей. Поэтому без холода не будет жара, без движения вверх не будет движения вниз. И в связи с этим в пятой главе, которая как раз и рассуждает об этих взаимоотношениях инь-ян, это Сувэнь канона Нэйдзин, говорится, что инь остается внутри как защитник ян, а ян находится снаружи как слуга инь. И применительно к физиологии человеческого организма инь соответствует в данном случае, кто он такой, защитник ян? Это защитник не как защитная энергия, а как питательные вещества, которые дают, которые обозначаются термином субстанции. Как вот то масло в горящем светильнике. Они являются той субстанцией, из которой и появляется защитная энергия. Поэтому инь внутри является защитником ян. Если вдруг субстанции, то есть масло в светильнике закончится, огонь прекратится. Да, поэтому и говорится, что это масло, оно защищает этот огонь, питая его. А ян находится снаружи, как слуга инь. А ян регулирует баланс питающих веществ. Своим теплом он заставляет их двигаться, он производит процессы окисления, восстановления в организме. И за счет своей функциональной активности он служит им. Потому что можно было бы сказать, зачем светильнику огонь? Ну, маслу огонь не нужен. Огню масло нужно. Без огня масло, без масла огонь погаснет. И поэтому масло в этом смысле, оно защищает огонь от погасания. А вот маслу самому этот огонь не нужен, оно исчерпывает. Да? Зачем оно нужно?
Но очень хорошо здесь оценивает это Нейзен, говоря, что этот огонь, он служит инь. Служит для того, чтобы это было не мертвое состояние, потому что, когда огонь погаснет, это и будет смерть. Но смерть не сохранит тело вечно. Мы знаем, что тело сразу же начнет распадаться. Поэтому, чтобы не произошло этого распада, и нужен этот огонь, который заставляет этому инь постоянно циркулировать, двигаться, преобразовываться. Как только огонь исчезнет, ничего. Поэтому огонь, он служит. И инь, как ян, служит жизни и сохранению жизнеспособности, жизнедеятельности тела. Из этого следует следующая важная характеристика инь-ян – это взаимная потребляющая и поддерживающая их связь. Так же, как в светильнике, горение огня, оно потребляет масло, так же и в человеческом организме, в его системе, условно говоря, закрытой, пока инь и ян не неизменны, а находятся в постоянном потреблении и поддержке. И если для ян мы понимаем хорошо, что вот чтобы горел огонь, для этого нужно масло инь, то вот второй механизм, его нужно найти. Но мы его можем найти от обратного, то есть сказав, что если ян в светильники погаснет, то масло не сохранится, оно прогоркнет. Тело, которого мы лишим жизни, оно не сохранит свою жизнедеятельность, оно исчезнет тоже, да, тоже потеряется. И поэтому инь нуждается в ян, как в своем слуге. Вот. И отсюда вот эти процессы, мы их строим в виде таких столбиков. Если вы помните, синенький красный столбик – это гармония инь-ян, а потом получается, вдруг ян увеличивается, тогда иньский столбик синенький понижается. Это взаимодействие взаимного потребления как раз есть. То есть откуда берется в замкнутой системе избыток ян? Только за счет выхватывание его из инь. И наоборот, откуда берется избыток инь? Только за счет поглощения ян. И вот это взаимное поглощение как раз и приводит к дисбалансу. Этот дисбаланс мы находим клинически, определяем, где он именно происходит, в каких системах. Защитной энергии, питающей, крови, в трех обогревателях, верхнем, среднем и нижнем, в пяти органах, шести хранилищах и так далее. И стараемся этот дисбаланс восстановить. И четвертая характеристика – это взаимопреобразование инь и янь. Как я уже сказал, если мы удваиваем инь, мы получаем ян. Если мы удваиваем ян, мы получаем инь. Это как образ. Но образ, говорящий о том, что чрезмерный холод порождает ян, жар. Как в ситуации с острым переохлаждением. Когда человек переохладился, у него после этого возникает высокая температура, жар. И также наоборот, если избыточный будет ян после жара, он порождает потом что? Холод. То есть, ну уже какой? Пустой. После жара возникает зябкость, слабость, пониженная температура, бледность, замедленный пульс, но уже как характеристики пустого синдрома, когда
сначала преобразование произошло инь в ян, а потом преобразование произошло ян в инь. И еще одной характеристикой важной, описывающей взаимодействие между инь и ян, будут их взаимное бесконечное деление. Если вот в этой системе мы остановились на Багуа, 8 трёхграммах, то есть уже вечный предел бесконечный, тайди, разделился на инь и ян, а потом уже на 8 комбинаций или 8 трёхграмм, дальше мы говорили о 64 гексаграммах, то есть эти 8 трёхграмм иньские и янские, если взять, то уже получается 64 комбинации. Ну и если продолжать эту идею, то можно до бесконечности разделять, то есть все будет делиться. Мы начинаем от макрокосмоса, где мы видим свет и тьму. Мы рассматриваем окружающих нас мир, и где мы видим символы инь-ян, как огонь и вода. И дальше, углубляясь в микроматерию, мы уже там видим, ну, например, положительные и отрицательные заряды в атомах и так далее. И вот это практически получается бесконечное деление, ну, наверное, там до квантового числа Планка на 10⁻³⁴ степени, где уже вообще теряются границы между пространством и временем. Но это уже такая смутная вещь, которая описывается уже не с точки зрения законов классической физики. И для нас с вами вот это деление инь-ян важно, когда мы говорим о системах пяти элементов, у син, и о еще более ранних системах, вот это сисян, четырех образов, где есть ян чистый или старый, и ян вынь новый, молодой. И это есть разделение в организме человека на шесть каналов. Высший ян, малый ян, светлый ян, высший инь, малый инь и тюинь, недостаточный. Вот. А это уже тоже совершенно клинический вопрос, потому что для каждого из этих инь и ян у нас есть симптомокомплексы, которые рассматривает раны холода Шанханлун. И эта синдромология шести каналов Шанханлунь является, ну, темой полутора лет обучения в высшем учебном заведении. Вот. В плане применения системы Иян к человеческому организму мы с вами тоже этот вопрос многократно обсуждали. Я коротко напоминаю, что в структурах тела янские все характеристики – это наружные. Но также это еще и верх, и спина. Про спину это понятно, да? Почему спина и ян? Потому что мы рассматриваем эмбриона, который вот так сжался. И таким образом то, что у него получается снаружи, у него спинка снаружи. Да? Поэтому получается она янская. А живот, он внутри, закрыт. Он получается инский. То, что внизу и вверху, но здесь как бы к эмбриону это не относится, потому что кверх ногами висит, да, ноги все равно это инь, а голова это ян, это уже к человеку относится. Вот. То, что медиальное, кнутри, это инь. И, соответственно, то, что глубже, это инь. Поэтому мы рассматриваем ткани человека как сначала кожу, потом подкожная клетчатка, потом мышцы, потом сухожилия и потом кости. Почему в такой последовательности? Потому что это последовательность от ян к инь. Кожа самая наружная, она янская. И она соответствует, если в элементах, то легким. Да? Дальше. Подкожная клетчатка и плоть – это мышцы.
А вот почему не сухожилия? Можно сказать, что связки. Нет. Потому что мышцы крепятся к костям. И они к костям крепятся сухожилиями. И поэтому мышцы, плоть соответствуют селезенке, а глубже находится печень и связки, а глубже находятся кости и связанные с ними почки. Таким образом, если в тканях, то мы идем от ян-кынь, кожа, подкожная клетчатка и мышцы, сухожилия, кости. А в органах мы также идем снаружи внутрь. Легкие – это зонтик, который накрывает сверху организм. И поэтому он янский, потому что он снаружи находится. Если мы все делим на инь-ян, то мы иньские органы тоже можем поделить на инь-ян. Под ним находится сердце с его сосудами. Дальше находится желудок и селезенка, они в центре. А еще глубже, более иньские, находятся печень и почки. Таким образом, взяв любую систему, например, печень и почки, можно сказать, что печень более янская, а почки более иньские. Взяв систему легкие и сердце, можно тоже сказать, что легкие более янские, а сердце более иньское. Взяв систему сердца и селезенки, тоже можно сказать, сердце будет более янское, селезенка более иньская. Исходя из принципа бесконечного деления инь-ян. Взяв любую систему и сравнив ее с другой, мы можем определить, какая ян, какая инь. И, конечно, это еще также связано с органами, которые дзанфу, по типу мать-сын, наружное и внутреннее между собой определяются. Легкие связаны с толстым кишечником, потом толстый кишечник по отношению к легким будет ян, а легкие будут инь. Сердце связано с тонким кишечником, поэтому тонкий кишечник будет ян, а сердце будет инь. Селезенка и желудок связаны по типу дзанфу, наружное и внутреннее. Или хранилище и сокровище. Такой термин. Понятен всем, да? То есть дзан – это сокровище, фу – это там, где хранят это сокровище. Хранилище – сокровище. Поэтому вот это фу – орган – это хранилище, в котором сокровище находится, кто селезенка. Поэтому то, что снаружи охраняет – это хранилище. То, что внутри хранится – это сокровище. Вот. И этот принцип мы используем в постановке диагнозов в китайской медицине. Ну, давайте еще сделаем перерыв. Воду поставить. Так. Ну и кто про что, а я про свое. Про свой любимый комплекс. Дзинган. Почему он мне нравится? И когда им заниматься? Заниматься им хорошо всегда. Но лучше всего в первую половину дня. Вообще рекомендуется, когда солнце встает. Потому что здесь мы что делаем? Мы берем энергию ян. Это энергия солнца такая, живая, теплая. Вот солнце теплое, и живые люди теплые, а мертвые холодные, а живые теплые. И еще они двигаются. То есть это вот ян, это движение, теплота, светлое, там говорят мужское, т.д. и т.п. Но это на самом деле теплые мужчины и женщины двигаются, тоже и мужчины и женщины. Этот ян, он есть у всех. А с возрастом там уже так не очень-то легко двигаться. Дети вот маленькие, подвижные, бегают, они даже зимой снежки лепят, и без варежек, и у них руки не замерзают. А уже старички сидят, уже не двигаются, так на солнышке греются, ватнички. Уходит ян. Этот комплекс что делает? Он ян возвращает. Жизнь, тепло. Поэтому заниматься им лучше утром. Ну и вообще мне все то, что жизнь-то возвращает, нравится. Ну такая вот история. Пока-пока.